Приветствую вас, и исходить нужно из того, что курение – это способ реализации своих определенных желаний, как правило, потребностей в любви. Б – это определенный способ избегания в дым, то есть в дыму вы как бы, ну, растворяетесь, вот. И, соответственно, значит, третье – это история о том, что у вас привычка, вот. То есть просто речь идет о привычке, вот. То есть, даже если, ну, все, что вот, ну, вам сейчас мешает, да, бросить курить, да, например, убрать, да, вот если все психологически убрать, то, соответственно, как бы вы не бросите курить, потому что сохранится привычка, вот, ну, поведенческая привычка сохранится, вот, и, соответственно, как бы вы, наверное, будете это делать. Поэтому на когнитивном уровне работа происходит именно так. Поведенчески вы отвлекаете, то есть чем-то заменяете, а психологически работаете с мотиватором. Вот. То есть это такая вот своего рода двусторонняя направленность идет, вот, и, соответственно, как бы, так вот, значит, просто так избавиться от данной истории вам будет очень сложно, потому что, ну, вы привыкли. Кстати, очень важную роль играет еще в том числе и то, сколько времени вы курите, да, это одно дело, вы курите там 2-3 года, другое дело, вы курите 10-20-30 лет. Вот, соответственно, если вы курите 10-20 лет, то процесс будет происходить тяжелее, чем если вы курите там 2-3 года или год. Но, скорее всего, как правило, курят люди уже давно, то есть стало привычку, поэтому, соответственно, работа с тем, что для вас курение и так далее, да, то есть это понятно, что постоянно вы сталкиваетесь с каким-то осуждением этого, да, типа курить это плохо, это там, вот это все, ну, как бы, история такая, что тут вот клубок таких противоречий у вас, и, соответственно, чтобы этого клубка не было, да, нужно работать. Какого-то такого универсального средства нет. Исключение, наверное, составляет чисто моторное поведение, чисто моторные реакции. То есть, когда, например, у вас все было хорошо,
Ну, то есть не было никаких проблем, ничего не было в жизни, но такого негативного. Вот. Но так вышло, что вот, ну, вы попали там, к примеру, какую-то компанию, ну, негативную компанию, да, попали. Вот. Значит, ты, соответственно, в этой компании вы начали курить и привыкли просто. Вот тут как бы, и механически, просто это механически это произошло, да, механически, то тут на самом деле имеет смысл все-таки просто заменять потихонечку все. Заменять чем угодно. Конфетами, мятными, электронными, сигаретами, вейпом, чем угодно, абсолютно. Вот. Все зависит опять же от вашего желания. Вот. Ну и, конечно, важна цель. Важна цель. Вот. Потому что без цели ничего не будет. Вот. Именно без цели. Вот. Потому что, ну как, да, если нет цели, то вы никогда не добьетесь того, чего хотите. Вот. В принципе. Поэтому просто бросить курить, чтобы бросить курить, а это так не работает. Просто бросить курить, чтобы бросить курить. Нужно все-таки... Ну, на цель, ну, чтобы вы понимали, для чего вы это делаете. Вот, и тогда вам будет самому просто лучше, легче, понятнее. А так, если без цели, то это превратится просто в какое-то, знаете, какое-то действие просто. Вот, и всё. Дана вот цель. Вот, ну, например, да, вот сейчас, допустим, есть такая проблема, что сигареты дорого стоят, и, соответственно, как кто-то из людей, да, вот некоторые люди бросают курить, потому что дорого. Вот. То есть экономия, да? Но экономия тоже, она должна быть с какой-то целью. То есть это не просто так. Не просто так. Вот взял, да, и решил, все, я экономлю с сегодняшнего дня, допустим. Да, нет, так не работает, абсолютно. Вот. Экономить, опять же, нужно. Ну, для чего-то, да? Вот. Поэтому, значит, соответственно, тут вот такая история. Такой момент. Вот. Надеюсь, вам это понятно, да, что должна быть цель, мотив и выявлена, соответственно, природа этого всего, да? Вот. В целом, я думаю, что вы... Значит, сделали хорошо, да, как бы, что обратились за помощью, вот, правда,
не каждый человек готов это делать, потому что все-таки это тяжело и, в общем, зачастую требуется поддержка родных и близких, да, если у вас такого нет, то вам будет тяжело, конечно. Вот, поэтому рассмотрите вариант, ну, обязательно рассмотрите вариант поддержки, вот. Обязательно смотрите этот вариант, чтобы, ну, чтобы нормально было, чтобы вам было комфортно максимально, чтобы вы действительно справились с этим, если вы хотите, конечно, все сделать. Вот, в принципе, я думаю, что так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.